на ветвях вон там сидит большой орел. Очень большой. И его видно хорошо отсюда. И наш скворчик начал пищать по-орлиному сегодня. Я пришла, говорю, что пищишь по-орлиному? А потом присмотрелась и смотрю, летает орел. А потом он сел туда. И наш скворчик очень паникует. И пищит, орет. И, в общем, боится, видать, этого орла. Очень, очень беспокойный. Смотрит в окно с опаской. И кричит. Если я выхожу из комнаты, он начинает сильно кричать. Мол, не уходи никуда. С тобой хорошо. Удивительно. Вот он старается ко мне ближе быть. И смотрит, смотрит этого орла. Сейчас, правда, не пищит по-орлину. Вон там он, этого орла, видно в окно чуть-чуть. Настороженный. У него там вот домики есть, куда можно спрятаться. Но что-то он в домике не прячется, а зовет нас, чтобы мы тут рядом были с ним. Если я начну уходить, он начнет меня звать. Панически. Немножко. Да, на веранду сейчас вряд ли он захочет идти гулять, пока орел не улетит. Смотрит, где же орел. Четыре больше, чем у Рони. Сколько фигур у Маши?